Всем привет! С вами Ольга Виноградова. Вы на канале «Бесплатная школа цветовода». 6 июля мы с вами сеяли семена галоксинии. Я вам подробно рассказывала, как это делается. И вот сегодня 16 число. Мы с вами проверяем всходы, заглядываем в контейнер. Сейчас, минуточку, торжественный момент. Ура! Ура, ура, ура! Даже без увеличения видно, как приросли семена галоксинии. Сейчас я приближу, и мы все с вами увидим своими глазами. Вот они, мои крошечки. Вот они, мои красотулечки. По два листика. Все. Начало уже есть. Ну, конечно, это карусель, она не прекращается лично у меня. Есть уже вот клубеньки, которые по второму разу проснулись. Есть, вот видите, такой вот детский садик. И большие, и взрослые, цветущие галоксинии. Так что мы с вами, я вас буду держать в курсе. Следующее включение еще будет через 10 дней. Вот именно про эти семена я буду рассказывать. Буду проводить всю хронологию. Вот от посева до цветения. У нас ждет большой цикл передач. Ну, не передач, конечно, видеороликов. Передач — это громко сказано. Все-таки постараюсь вам рассказать все, что знаю об этих цветах. Все, мои дорогие, на сегодня короткое такое видео. Всем пока-пока, до новых встреч. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, подписывайтесь. Подписывайтесь на бесплатную школу цветовода, а также на мой YouTube-канал «Калейдоскоп домашних дел». Всем пока-пока!